Всем привет, друзья! Это Олег. Здорово, Олег! Здорово. Рад тебя видеть. Сегодня мы замутим очень крутой коктейль. В нем будет содержаться 1700 калорий. Приколись, 1700! Для одного человека это, конечно, очень много будет, но поделимся. Мы с Олегом поделимся, да. Вот. И там получается 1700 калорий, 87 граммов белка и 120 практически граммов углеводов. То есть это реально, да, очень калорийная бомба. Мы будем использовать творог зернистый, да, или зерновой, как его там называют? Зернистый. Зерновой. Следующее, это молоко, 2,5% жирности, лесные орехи, 2 яйца будет и 2 банана. То есть это все содержание дает нам 1700 калорий. Полетели. Друзья, обязательно подписывайтесь на канал Олега, переходите, ссылочка в описании будет. Вам не хватает до 1000, там совершенно чуть-чуть, 40, наверное, человек, поэтому подписывайтесь. Давайте попробуем сделать 1500 за один ролик, будет просто бомба, будет классно. Там ролики со мной, ролики с питанием, ролики с тренировками и так далее. Мы с Олегом там мутим крутые штуки, ссылочка в описании. Поехали дальше. Ну что, Олег сегодня будет моим ассистентом, и сначала мы кладем лесные орехи, их нужно будет там взбить. У нас есть функция такая, которая помогает просто раскрошить орехи. Давай, наверное, их сначала раскрошим, так ведь можно? Да, давай попробуем. Давай попробуем сначала. Не повторяйте этого дома. Мы надеемся, что от орехов кто-то останется. Следующий ингредиент, открывая крышку, это будет творог. Закидываем творог. Ну, эти все продукты, в принципе, не надо по отдельности мешать. Творог. У нас 200 грамм творога, ребят, 200 граммов. Mm-hmm. Орехов было 100 грамм. Следующее, бананы. 2 банана, в них содержится 340 граммов. Mm-hmm. Следующее, молоко. Молоко 500 граммов. Заливаем. Друзья, следующее, это у нас 2 яйца. Обязательно их очень хорошо нужно мыть. То есть прям ультра сильно помойте их, чтобы никакой сальмонеллы, ничего там не осталось, потому что это очень опасно. Можно залечь в больницу и очень плохо будет. Помыли яйца, 2 яйца, у нас получается 220 калорий в 2 яйцах. И смотрите, чтобы до шкурки скорлупа туда не падала, а то будет не очень классно. Она полная. Все, врубаем пятую передачу. Давай, поехали. У нас есть 2 стакашки. Пахнет отлично. Целая прям такая кастрюля получилась. Ну давай, тебе первому. Давай. Значит так, что, давай попробуем. Ребят, за ваше здоровье. Это вкусно, ничего не скажешь. Только сахарку еще добавить, если послаще хотите, будет нормально. На морожку банановую похоже, достаточно. Очень вкусно. Я бы еще добавил ложечки, наверное, 2 сахара больших. И было просто огонь. Еще больше калорий. Друзья, короче, второй стаканчик у нас. Давай попробуем, да, выпить. Потому что реально калорийное, с одного стакана уже напиваешь. Давай, погнали. Мы это осилили. У тебя нос, кстати, в говне. Друзья, так, подписывайтесь на мой канал и также на канал Олега, ссылочка в описании, обязательно переходите, подписывайтесь, иначе меня уволят. Блин, да, мне каждый месяц говорят, что меня уволят, и это очень страшно. Поэтому подписывайтесь, и чтобы много подписчиков и просмотров было, там крутые ролики. Спасибо за внимание, спасибо, Олег, что помогал мне. Увидимся в следующем выпуске. Пока. Пока.